Видео приготовлено каналом Уроки ТВ номер 242 из раздела деления десятичных дробей. Чтобы приготовить подарки к детскому празднику, купили шоколадные конфеты и карамель. Шоколадных конфет взяли 4,2 килограмма, а карамели на 2,4 килограмма больше. Масса шоколадных конфет в одном подарке составляет 0,175 килограмма. Сколько карамели в каждом подарке? При условии, что все подарки одинаковы. Первым действием 4,2 прибавим 2,4. 6,6 килограмма карамели взяли. 4,2 разделим на 0,175 тысячных. Домножим делимое и делитель на 1000. Мы получим 4200, деленное на 175. Мы перенесли запятую на 3 знака вправо. Получилось 24 подарка. Столько их приготовили к празднику. Теперь посчитаем, сколько карамели в одном подарке. 6,6 килограмма. Столько карамели взяли. Разделим на 24. Получим 0,275 тысячных. 0,275 тысячных килограмма – это 275 граммов. Столько карамели положили в один подарок. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.